Состоялись предварительные выборы кандидата в мэры Якутска. Всего работали 23 участка. В кандидаты на пост главы городского округа Якутск от партии «Единая Россия» претендовали 7 человек. Всего в голосовании приняли участие более 20 тысяч горожан. Из них более 86% отдали свои голоса за действующего мэра Якутска. На втором месте с 7% голосов представитель общественной палаты Андрей Хорошев. На третьем предприниматель и председатель Ассоциации рестораторов, ательеров и туризма республики Татьяна Тымырова. Напомним, что выборы главы города Якутск состоятся 10 сентября этого года. Хочу сказать, что в целом Республика Саха-Якутия, в общем-то, из 18 субъектов Российской Федерации, где проходило это партийное мероприятие, заняла первое место по количеству принявших участие. У нас приняло участие более 90 тысяч человек, это на 20 тысяч практически больше, чем приняло участие на предварительном голосовании в Государственную Думу. Из 10 административных центров, где приходили тоже предварительные голосования на прямые выборы мэров городов, наша столица тоже заняла первое место по явке.